На юге просидятся, так что. На крыше рванул вертолет. Вертолет на крыше сюда. Сел. Рванул. Он убит? Красиво полетали парни. Меня слышно? Раз, два. Савер, что у вас там за трэш творится? У нас тут очень большие проблемы. Был ли в Рекс? Черт. Дальность большая. Машина с юга идет. Их что, летать 7 человек, а было-то их сколько? Начинало их сколько? Паша снял. Ох, аватар. 9? Их там человек 5 сейчас или 6 даже сидел, просто некоторых убили. Я понял, не могу их 5, 6, их сейчас 7 человек живых. Оптика. Какие 5, 6 ты говоришь? 5, ой, 7, я не знаю, кидать. может трое сидел, может четверо. Ну там положил это. У меня огонь. С востока где. Да. А чё вы как камикадо на крышу голову висели? А, чё, патронов-то нет? Живые кто есть? Весело. Мазай, ты опять умер, что ли? Нет, посмотрите, нет, лес на 100-80, там и снайпер какой-то бьет. И пулеметный огонь оттуда идет. А можно было бы и бинокли добавить. Там... Блин, Мазай, знаешь, в чем мы вступили? У нас же парашюты управляемые были. Ну да, можно было уже за... О, да. Пулеметчик у Хаммер минус. Фози, ты здесь? Есть РПГ-заряд. Есть какой-то, нет? Кто живой остался? Аватар, ты бы знал, как ты вовремя сейчас увернулся? Я не хочу этого знать. Там вот на крыше, короче, ну... Я понял тебя уже, да? Да этот пулемет вообще, он долбит и долбит. Чё, надо что-то делать с ним.
Или пойдем умрем, так же, как и все остальные. Безнадега какая. Где этот тупой пулемет сидит? Эх, ребята, обошли бы вы с фланга. Ах, вот он. Это Пипик. Были в большинстве, остались в большинстве. Я даже не знаю. Да-да-да, рядом с тобой есть один снайпер, сам 14. Я его не вижу, но увидел, как он туда убегал. Да кто? Может, кто-нибудь видел, откуда стреляют с РПГ? Ясно. Надо было тебе правее поднять, там я одного человека видел. Правее от джипа надо было поднять. Правее от джипа пальни, там в эту, в стеночку. Справа от джипа есть стеночка, там одного человека видел. Я его сейчас не вижу, может, накроешь. Тетр, это на 18 из 20 на метров 200 на пригорке. Но он там, лежит снайпер. Но только... Только он чуть подальше, ну да ладно, сойдет. Чтоб боялся. Далеко. Ну, наконец-то снял. Эх. Все, тетра отменяется, я его снял. Откуда именно с юга? Слева, справа? Кстати, Тетра, если хочешь себе снайперскую винтовку, могу тебя повезти. Можешь труп облутать. По-моему, есть. Нет, нет. А ты по форме можешь различить? С
юга, с юга американец бежит за, за, за забором завода. Вас... Давай. Да, да. Сейчас пошел это обходит с это с запада. О, прям идешь, ты прям на него идешь, он должен быть там. Ближе к восточной стороне. Да. Ну самого забор уже, да, был? Че, не видите, откуда бьет? Я. АПЗ жив или нет? Одного снял. Савер. Аккуратнее, да. Я слева. Судя по всему, на юге еще остались. Ты кто? Так, френчика брать будем? Он такой, ты кто, и встает. Так надо было сказать свой. М249 надо было. Привет тебе, Абдона Корлеоне. Какой ужас. Это я добиваю, если что. Мне нужно отлучиться, я на территорию забора забираюсь. Я бегу на территорию завода с северо-запада, не подстрелите. Так, оббегаю через север, потому что там прохода не вижу. Засяду где-нибудь на третьем этаже, буду со снайперки пустить. У нас РПГ осталось, надо будет долбануть по джипу на всякий случай. Свои, свои. Так, на третий этаж я подумал. Ну чё, как дела? Сват, ты ещё своего РПГ не потерял?
Блин, чуть не упал. Слушай, попробуй подлечить. Что-нибудь происходило, нет? Влад, ты свою РПГ не потерял? РПГ я сбросил. Охренеть, надо джип взорвать. На всякий случай. Нафига? Ну мало ли, может. Короче, на всякий случай. ПЗ вот на лестнице. Бримит пак попробуем. Нашел, кажется, этого американца. Кого подлечить надо? На, от меня на 300. Видел, ползет кто-то. А от завода на сколько? Не знаю. А ты где находишься? На я тут попробуй уже. Как возьми. Вот. Где? В луже. А, на 300? Ну сейчас бегаем. Да, проверь, там кто-то полз, я точно видел. Сначала подумал кусты, а потом это точно кто-то ползет. Башку видел. Так я на третий этаж схожу, посмотрю. Скорее всего, где-нибудь за этой, за каменной кладкой. Так, что здесь произошло? Бинокль мой, если есть. Карта моя, а карты нет. Пойдем посмотрим. Ну, дай мне. Пойдем. Я тут смотреть, что нашел себе. А зря, зря. Да, отлично. Это, блин, что еще? Так, нашел его, убегает, короче, куда-то на северо-запад. За деревьями. Вот да, примерно где-то там. А это кто же мой шелся? Как ты не экономишь патроны-то, Слава? У меня еще 4 коробки по 200 патронов, это 800. Так, ну он походу еще жив. Надо сходить проверить. Что говоришь? Сходить надо проверить. Давайте, кто это? Поливайте, поливайте его. На это ответка? Похож. Гонза, это ответка это была? Наши стреляют? Да ну, по крайней мере, я не слышал, что пуля рядом летает. А, так это наши стреляли. Кто-то себе станок уже подхватил. Есть идея, парни. Есть идея. А он не взлетит. Гонза, а может, на хан посторожи. Или? Посторожи. Да, да, он еще там, он стреляет и стреляет. По нам? Непонятно. Понадобится 300-320. Я к нему пытаюсь подобраться. Слава, ты видишь кого-нибудь? Повторите. Ты видишь кого-нибудь? Нет, я на подавление. Так, я пока патроны перепакую. Нужно, чтобы кто-нибудь на разведку выдвинулся. Так, что происходит? Уже будет стрелять. А где он был-то?